Привет, земляне! Сегодня вот посетила свою теплицу. Думаю, принести тару под будущую рассаду. Ох, она и многострадальная. То потолок я изрезала уже по весне лопатой железной. Соскребала, когда эти ледышки. В общем, придется, наверное, мне с ней в этот год проститься. И после урагана я сюда не заходила. Вот сегодня вот зашла и очень-очень неприятно удивилась. Уж сколько лет она у меня стояла, а тут все-таки не выдержала такой силы ветра. Вот погнула ее с этой стороны. Вот здесь вот погнула. Здесь вот этот каркас. Хотя очень прочный. В общем, вот такая вот у меня неприятность. Придется, наверное, все-таки ее сложить за зиму. Придется новую покупать. Да, служила она мне верой и правдой. Вот лет 7, наверное, проблем не знала. Сажала с ранней весны. И с холодами заканчивала. Вот так вот у меня ее выгнуло. Вот видно, да? Вот не знаю, что делать. Вот металлические вот даже вот не выдержали натиска ветра. Еще снегопадов не было таких, но я думаю, все продавит. Раз уж здесь каркасные эти основания погнулись, ну, она так и сложится. Вот. И там у меня тоже везде раны. Раненая теплица. Как после бомбежки. Ну, а вот эти вот мелкие такие вот точки, это вот град у нас тоже когда-то был. Вот такой вот. Видите, мелкие точки. В общем, вот. Придется менять теплицу. Ну, ничего. Нет худа без добра. Маленькая она у меня была. Горчица замерзла. Это уже второй посев. Но здесь прикрыто, перекопано, листьями засыпано. Вот так. Там земли набрала. Вот. Там еще тут у меня всякие нужности. Ну, спасибо и на этом. Очень-очень-очень, конечно, жаль. Еще бы постояла. Ну, со стихией не поспоришь. Сейчас еще пойду на тот огород, посмотрю, что там у нас после наводнения. А, вот с этой стороны еще. Не знаю, видно. Он ее как выгнул. Видите, вовнутрь. Неприятность. Думаю, ее переживем. Мы тут еще закапывали капусту на одну. Ой, замерзла она совсем. Листочками прикрыли. Вот так вот. Показать. Четырехголовая выросла. Четыре головки с одного корня. Одну летом я спилила. Качан. Вот, видите, на еду выросло еще три. Вот такой вот урожай. Ну вот, иду я вместе с вами. Так сказать,
посмотрите все воочию вместе со мной своими глазами. Ну, вода спала. Вот мои тут бревнышки разбросала. Вот. Сначала ураган был, потом наводнение. Но еще не вся речка ушла. Так. Тут мои мосточки тут многострадальные. Ух ты, ух ты, ух ты. Вот так вот у меня доски разбросала. Мосточки. Вот. И это тут поплыла. Дверька. Дверька поплыла. Ужас. Отворилась. Ой. Так, грядку мою тоже тут досочками была сделана. Видите, как ее подняла водой. И здесь тоже. Так. Ну, а в остальном прекрасные маркиза. Все хорошо, все хорошо. Наплодка замороженная. Арония. Птички еще не клюют. Вот, арония. Ну, конечно, все позамерзало. Так, ну, Таня, тут лентяйка. Укрывной забыла. Вернее, не забыла. Долго помнила. Холодно было. В общем, лень. Вот как хорошо прикрыла здесь молодую рассаду клубники. Значок. Неприятность эту мы переживем. Падайте. Так. Что тут переживать? От клумбы. Бутылочки такое пораскидала. Вода, когда, видно, уходила. Так, Танька что-то свою теломойку не забирает. Видно, некогда. Там коврик валяется еще. Так, а тут чего у меня? Какая картина. Так, тут у меня две компостные кучи. Ох-ох-ох. Все смыло. То, что я укладывала. Всякие досочки. Все. Ух ты, вот эта вот штука, вот где она была? Пипец, короче, откуда ее принесло-то? Вот там вот тоже. Вот, смотрите, все мои досочки смыло. Идти твой налево, все надо складывать потом. Вот теперь уж по весне. Ну, куча. Кучу не размыла, доски прочные. Здесь я уже брала компост. В общем, так вот. Еще лед стоит в грядках. В грядках видно. Вот она. Хрустит. Хрустит под ногами. Вода не, вода ушла. Так, беседка стоит. Так, а как же мне туда пройти-то? Я хотела тару в сундуке взять. Там сундук стоит. Стоит сундук. Так. Когда хоть и занавески сниму. Тоже ворона. Ну что, Марфушенька, душенька, одна ты здесь осталась, пригорюневши ты здесь у меня будешь ночевать, зимовать постоянно. Вот куда тебя девать еще? Теплица сложится, наверное, капитально. Так, ну мы здесь тоже вода была. Вот, все. Теперь ушла. Такая вот картина. Такая картина. Все разбросано. А, это дело наживное. Правда ведь? Вот весна. Приберем. Что-то новое поставим. Построим. Были б руки до желания. А погода что?
Это ерунда. Бывает посложнее случаи. Ну, что вам показать напоследок? Такого красивого. На чем закончим? Ну вот, все в снегу. 8 октября. Ой, извиняюсь, ноября 2019 года. Ну что, всем пока.